вот если кто-то уцепится за это, Русиана, но в данном случае я могу сказать, что ему можно еще что-то придумать, да, там, помимо Русиана, там, ну, я могу придумать бренд Капутино, да, это вообще очень-очень патриотичненько, вместо Капучино, у нас будет Капутино свое, но это же не означает, что если я вот сейчас это произнес, то завтра во всех там кофейнях это появится, нет, для этого нужны менеджерские усилия, которые должны это все раскрутить. Поэтому здесь не Пелевин, скажем, создал квас Никола, а создали те менеджеры, которые вцепились в эту идеологию и начали ее как-то поддерживать. И сомнительно, что те, кто пьют квас Никола, хоть сколь-нибудь знают про Пелевина.